сколько существует четырехзначных чисел, в записях которых нет четных цифр. Все цифры нечетные. Четырехзначных чисел, у которых все цифры нечетные. Сколько штук? Штук. Я бы предпочел, чтобы вы ничего не писали, а сказали бы, потому что эту задачу можно решить устно, да? На первом месте могут стоять... 9 цифр. Какие 9 цифр? Да, Коля, цифр. Я сказал, что я предпочел бы, чтобы вы ничего не писали. Именно 9 цифр. Я могу туда поставить. Неверно. Цифр. Ты что? Неверно. 9. В смысле? 1, 3, 5, 7, 7 и 5. То есть будет 5 цифр. На первое место мы можем поставить 5 цифр. На второе место 4. Четыре. Я одну цифру уже поставил. Тоже 5. Нет. Не 5. Смотри. На второе тоже 5. Никто не сказал, что они различные. На первое место могут стоять 5 цифр, на второе тоже 5, на третье 5, и на четвертое опять 5 чисел. Цифр. Цифр. Юля, есть большая разница между словом «цифра» и словом «число». Я знаю. Что такое цифра? Цифра – это то, из чего состоят числа. Это так же, как слово и буква. Да. В русском языке же вы понимаете разницу? Да. Слово и буква. Да. Получается, надо все перемножить. Отлично. 5 на 5 на 5 и на 5. То есть 5 в четвертой степени. И сколько же это будет? Это будет... Это получается 625. 625. Молодцы. 625.